исходил из каких-то ну, чистых идей просто. Поэтому я еще и не понял, что это, для чего это мне конкретно нужно. Но это испытание каких-то пограничных зон, скажем так, да, каких-то возможностей мы взяли за основу. Озвучку кино, синхронные шумы, и вот всю вот эту технологию и все это искусство, я бы сказал. И на этой основе делаем какую-то работу, выведя ее за пределы студии и отключившись полностью от визуального материала. Вот. И что из этого получается, ну, непонятно пока. Но мне было интересно узнать, что из этого можно, из этого материала звукового, что из него можно получить в итоге. Ну, в общем-то, это близко к актерским задачам, но скорее к таким, конечно, это недалеко от драматического театра, но это скорее такой перформанс. Да? То есть они в данном случае скорее перформеры, чем именно актеры, хотя там и появились какие-то актерские чисто задачи неожиданным образом.